Так, так, так. Кто здесь стоит? Ну что, просыпайся, друг. Надо ехать менять сцепление тебе, что-то ты застоялся. Сейчас первый пуск зверя. Кенту будем менять, ставить новое сцепление на 800 плюс сил, дай бог все срастется, соскучился уже, чуть-чуть навалить. Коллектора уебищные, будет скоро здесь беда. Дальше снимаем кардан. Карданчик. Все сухенько, все хорошо в машине. Вообще сухой весь, в принципе. Я весь просто сухой. Тебе поставил, чтобы вы, а то вы забудете, весь а то сухой. Не все, открутили коробочку, сорвали ее с направляющей шлицов. Сейчас что там посмотрим. Держишь? Да, придерживай. Валио. Одно сцепление двухдисковое Валио. Ну и коробочка Терш. Тримэк. Терш 60. Вообще. А ну скинь этот самый. Скинь верхний. Это здесь же два, да, сцепления? Он не снимается. Не снимается, да. Да. Что это такое? Ну что? Так ли? Посмотри, это Феридо. А. Глянь, по углам было, поотрывал он, видишь, глянь, вот эти вот части. Да, вот, да. Не вот оно, видишь, глянь, по углам было. Вижу. Хорошую такую. А ну, неси сюда новое сцепление, ставь рядышком. Зачем его ставить? Оно совсем другое. Ну, я понимаю, я просто хочу снять. А, сейчас я принесу, подожди, чистыми руками. Так, снимаем, да? Да. Болты старые. Не, ломиком надо поддевать. Ну, барабан снимай. 60 килограмм. Сама корзина еще хорошая. Brrrr.
А ну, о! А ну, да? Маховичок еще нормальный или жопа ему? Жопа ему? Покажи. Такая, да? Жопа жопная. Коробочка ТР-60-60, как на ген 4, ген 5 вайпере, как на Z06 уже с 2008 года пошел, как на ZR1. Это очень усиленная коробка, держит больше 1000 колесных сил. Ген 5 дует твин турбо, 1000 колесных, и стоит вот такой вот карабас, без проблем. 7 банок, 15, 7 15, да. То есть сейчас будет 15. Линия наша, вот она. Да, да. Ну здесь пошире, да, Феридо? Лянь. Какое здесь? Алло. Какое здесь? Какое здесь? Топ еще это нет. Должно лежать вот так, как есть. Надо запоминать. Ну я, правда, вот, видео вот, снимаю, вот, да, сейчас. Перекладывание. Ну, я уделю тебе время, да. Вот это откручивать надо, да? Это уделю. Вот это снимай. Ложи на эту сторону, да. Уже будет не вариант. Вот это надо откручивать. Так что давай подвалю, да. Между ними диск, а это этот маховик прикручивать. Кольцевая 4B. Будет заправка. Подожди, а что? АПР. Все или эти, или эти? АПР. Вот это откручиваем, это проставка. Да, да. АПР. Болты. Угу. Да, так же. Вот еще одна тема. И так же. Ну все. Пожалуйста. Ну, давай по весу. Да не, ну. Легче. Он металлический? Да. Ну да. Не, он просто даже так. Ну все. Потихонечку. Что я бы не сказал, они одинаковые, наверное. Надо помыть. Все, все вымываем. Чтобы все было идеально, и надеюсь, все заработает. Момент... Устанавливаем маховичок новенький. Масло в двигателе, в коробке, поменяли сцепление, поменяли масло в редукторе. Вот. В общем, все масла поменял, залил римка, вайпер лил, клима налил и сюда лил. Нормальное масло, очень-очень, такое, я думаю, качественное. Давай. Первый пуск с новым сцеплением, ну, дай бог. А колеса сейчас подняты? Можно ж поехать, да? Пробуем, сцепление отпускаем плавненько. Поехали? Да. Ёпсель. Вторая, блядь. Работает цепа Маклоуд. Ёпсель. Третья, блядь. Вторая, блядь. Первая, блядь. Ёбаный в рот, блядь.
Прошу прощения.